Чудо, что парень выжил. Возможны перепады настроения, ажитация, дезориентация. Здесь можно курить? К сожалению, нет. Я Флойд. Доктор Айк сказал, вы писатель. Напишите мою биографию. Биографию? Поживете в моем доме с моей семьей, пока не поправите свое здоровье. Привет, Джеки. Жаклин, вторая жена Флойда. Блестящий адвокат. Лили? Лили, дочь Флойда от первого брака. А это Эдди. Эдвард. Мы с ним чем-то похожи. Стой, стой, стой. Дохлый кролик? Да, почти что. Супер. Добро пожаловать. Флойд сказал мне, что вы пишете книгу. Это секрет. Да? Угу. У меня было много славных деяний, и люди узнают о них, когда придет время. Армия, власть, все такое. Зачем вы пошли в армию? Об этом чуть позже. Прости, в голове до сих пор туман. Ничего, ты молодец. Эй, ты в порядке? Это ты сказал? Конечно, а кто же еще? Флойд, я так тебя искал. О, спасибо. Погоди, то ли еще будет. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.